Ctrl-R-ротате-зум. Зум. Я могу удалять. Отдалять, удалять, короче, придалять, приближать. Окей. Окей, ладно, пускай. Так тоже сойдет. Возьмем его с... О! Ты дурак, что ли, или что вообще делать? Что мне... Опа-на! Типа Silent Hill. О! Что это? Кто кинул меня говном? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И у нас хоррор. Давненько у нас хорроров не было, тем более в рубрике «Бесплатные игры». Итак, это у нас снова пролог, это у нас снова демка, это у нас снова хоррор, короче, инди-хоррор. Итак, фишка, короче, этого хоррора в том, что он там, типа, генерируется там по ходу игры, короче, там что-то по-разному генерируется. Как, ну, короче, фирка такая же, как, помните, да, этот Liars of Fear, короче. Если игра будет, ну, точно такая же, то, в принципе, отлично. То, в принципе, можно будет посраться и будет интересно. Вот. Игра на английском, ну, вот это херово. Но это только демка, я думаю, в релизе уже заведут, короче, русский, хотя бы русские субтитры. Вот, и если игруля зайдет, если пролог зайдет, то мы с вами подождем релиза. Релиз где-то примерно в следующем году будет. Итак, ну давай, New Game, Dark Fracture, пролог, Single Session, что-то комплекты. Ну типа, можем ли мы пройти, наверное, да, или что-то. Или что-то такое. Окей, лодинг. Ладинг. Мы, короче, работник морга, типа новичок. Новичок. Новый, короче, работник морга, и здесь будет происходить всякая дичь. Вот. Посмотрим. Ну, суть здесь такая же, да, как. В принципе, эти отзывы стимовские нормальные. Кто-то пишет, что ждет. Кто-то пишет, что не ждет, короче. Какой-то лабиринт, что-то темный лабиринт. Вот. Здесь будет, короче, так переплетаться, типа, как настоящее, не настоящее воображение, не воображение. Короче, будешь путаться там, вся фигня такая. Вот. Короче, сейчас посмотрим. Так, это наш офис, наверное, да? С добрым утром, чувак. С добрым утром тебя. I need a cigarette. Where's my damn lighter? Пролог, Dark Nights. Темная ночь, короче, пролог. В английском я не силен, так что окей. Давайте ходить так. Не очень какая-то быстрая мышка. Какая-то плавная, какая-то непривычная. Вот. Можем ходить, можем бегать, можем что там, садиться, наверное, да? Садиться, держать не надо, так ног у нас нету. Хорошо. Окей, это наш стол, давайте посмотрим, что у нас... что это? Ctrl-R-ротате-зум. Зум, окей. Зум, ну... Так, ротать это переворачивать, да? Окей. Угу, хорошо. Так, тянуть не надо, короче, он сам открывает. Ну, смысл, короче, в том, что геймплей такой же, как и в Liars of Fear. Примерно. Так, ключик. Окей, мы уже нашли ключ от чего-то. Ключ от офиса. Окей. Окей, хорошо. Давай дальше смотреть. Так, фотка ребенка. А что помутнело-то все? А что все помутнело? У меня, короче, 92% какие-то там. Мозг нарисован 92%. Это, наверное, ХП, наверное, какой-то. А что я себе не взял? Я могу удалять. Отдалять, удалять, короче, придалять. Приближать. Окей. Так, сетевой фильтр. Что у нас еще на столе? Деньги там. Это что, 10 рублей, что ли?
Окей, это у нас, что это у нас? 2 рубля, да? А, 1 рубль. Окей, а это что у нас, 10 копеек? Да, 10 копеек. Ну, вот это больше, кстати, похоже на 10 рублей. Ладно, хрен с ним. Так, еще одна книга. The Secrets какой-то. Секреты. Секреты, это что? А, я думал, это, короче, это... колонка, знаешь, это... Портативная. А это такая вот штукенция. Так, окей. Что? Ёпте мать. Какой страшный дракон. Он похож, короче, на этого. На дракона. На пасть дракона. Ладно, хорош. Окей, дальше идем. Что это у нас? Не кактус, а обычно кактусы ставят. Ну, хотя у нас здесь компьютера нет, значит, это кактус здесь. Так, ключ. Я понимаю, что ключ нужно... Да уйди ты. Ключ нужно вставить, наверное, вот в эту дверь. Я так предполагаю. Но не все так сразу, не все так сразу. Я сейчас хочу здесь посмотреть, что это. Опа, еще смотрите здесь. Таблетосы. А, не могу взять. Так, ладно, паутины. Чуть давно здесь не убирался никто. Окей, доска у нас объявлений, всякие грамоты. А, почетные какие-то штуки. Так. А, папочка. Окей, а где мамочка? Так. Нужно зажечь, нужно зажечь. Окей. Давай посмотрим. Папку туда положить, может. Эк. Не влазит, как эта огромная папка, короче, туда не влазит она. Окей, ладно, пускай. Так тоже сойдет. Ладно. Ладно, поехали дальше. Так, сигареты. Мартардо. Ух ты, какая толстая эта пачка. Мартардо, это, короче, типа Мальборо, да? Ладно, допустим. Так, еще подписаны. Ага, закрыто. Здесь что у нас? Еще пачка. В каждом ящике по пачке сигарет. Окей, а там зажигалка лежала. Ну-ка. Это же зажигалка? А что ты не берешь зажигалку? Тебе же нужно свечку зажечь. Так, ладно, окей. Идем дальше. Идем дальше. Мишка. Мишутка. Так. Спицемен какой-то. Рапорт. Рапорт, короче. Ну, так, цифры запомним, да. 37782, короче, рапорта. Может, где-то код надо будет вводить по любасу. Так, это надо... Ну, короче, кому интересно, ставим на паузу, переводим. Читаем. Так, ладно, здесь у нас пусто. Здесь что у нас? Фу. Грязное белье. Носки, трусы. Что у нас здесь? Очки. Пузырь какой-то. Туалетная бумага. Все, что нужно. Все, что необходимо. Вот так, закрыто. Все, что необходимо. Короче, туалетная бумага, очки и пузырек. Баночка для анализов там лежит. Так, окей. А, здесь какие-то, блин, какой-то бардак. У него таблетки, смотри, просто разбросаны. Непонятно. А что, я могу таблетки взять? А, нет. Таблетки разброс. Кружка, короче, прям. Почти чуть ли не с кофе. Кружка там, короче. Еще пузырек, смотри, какой. Отлично. Чего, блин? О! Твою мать. Так, не загрязни эфир, выключись нахер. Так, пузырек с таблетосами. Пузырек с таблетосами. Мне его не открыть, походу, да? Файн, не в порядке, он написал. Он сказал. Так, окей. Все в порядке, все хорошо. Джамит, типа, заперто, да, наверное. Блин, уже пол серии. Так, чипсы какие-то лежат. Пол серии мы роемся тупо в ящиках, короче. Вот такая вот нудятина меня иногда, короче, ну, в таких играх раздражает. Надо каждый ящичек проверять, там смотреть, короче. Заперто. Окей, у нас ни фонарика, ничего. Надо, короче, зажигалку найти. Зажигалка лежала там, но почему-то он ее не берет. Ладно, окей, давай, нам надо... Ля, какая темень. Так, ладно. Опа, здесь автоматически еще выбирается ключи, это хорошо.
Да ёпта. Там пипец вообще ни черта не видно. Короче, нужно зажигалку найти. Возьми зажигалку, ну. Эй, где тут жига лежала? Есть жига. А если найду? Так, 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 так. Вот здесь где-то зажигалка, да, лежала? Вот эту штуку возьми. Это же зажигалка, похоже. В смысле? Чё ты падаешь-то? Давай сюда, лежи. Здесь. Тебе здесь самое место. Вот так. Вот так, хорошо. Зажигалку не берет, короче, я не знаю. Или попробовать зайти сюда. Вот здесь вообще ни черта не видно. Я здесь ничего не увижу. Ну окей. Ладно, допустим. Хорошо. Так, здесь у нас много дверей. И это морг, короче. Офис у него находится прям... Хера так страшно открылась дверь. Так, ладно, здесь что-то темень, там темень, вообще ни хрена не вижу, просто в темноте, опа, отлично. Так, хорошо. Хорошо. Оу. Журнал какой-то. А, мой журнал. Окей, я испугался грозы, чувак, ладно, не бойся, это всего лишь Блин, так ребит, как, знаешь, это... Да, я посмотрел журнал, ладно, хорошо, спасибо. Все. Так, знаешь, моргало, как будто этих, знаешь, на дискотеке. Так, это что, это у нас ручка закрыта? Понятно, короче, наверх хрен нас выпустят, потому что, ну, для таких игр это неразумно. Это дверь на выход, дверь наверх, дверь, короче, на улицу всегда должна быть закрыта. Либо мне нужно найти главный ключ, либо фиг его знает, как это другой обход. Все закрыто, короче. Так, лифт там темно, туда я не буду суваться. Окей. Что-то там геймплей, короче, понятно. Мы и так смотрим геймплей ваш. Так, здесь... Понятно. О, ёпта, ботинки намочил. Ладно, теперь, блин, высохнут, будут вонять, короче. Ладно, окей. Еще один стол. Ящики нам не открыть. Здесь что? Еще папки. Так. Рапорт какой-то еще один. Блин, интересно, надо учить английский, блин. Это все, что там написано, короче? Да ну нафиг. Короче, кому интересно, да, пишите там. Или читайте там, ставите на паузу. Вот свет. Так, ключ, смотри. Еще один ключ, отлично. Свет. Опа, шоколадка. Хорошо. Так, офис. Чуки. Что-то офис опять какой-то. Так, ладно, разберемся. Лампа. Почему не взять. А. Она же, да, она же к розетке там. Охренушки, смотри. Сетевой фильтр даже не подключен, короче. Лампа на батарейках. Так что взял бы лампу и ходил бы с лампой. Я бы сделал так на его месте, потому что здесь темно и фиг его знает. Окей, раздевалка. У меня всех журнал туалетной бумаги. Вот сируны-то. Вот засранцы все, блин, туалетная бумага кругом. Так, это что? Мыло. Не так давно, короче, играли, мыло уронил, да? Так, окей. Шкафчики, шкафчики. Окей, здесь что у нас? Антракс. Ага, побрызгаешь на какую-нибудь ржачину, и ей будет полный антракс. Окей, так. Стельки, носки всякие, чипсы. Короче, у них, смотри, у них все вперемешку. У них чипсы, короче, с грязными носками лежат вместе. Это нормально? Это ненормально. Пургет. Пургет, ну чуть ли не пурген, короче. Зубы почистил, и у тебя, короче, пронесло просто. Так, ладно. Еще одна свечка надо зажечь. Так, закрыт ящик. Хорошо. Идем дальше. Шампунь против перхоти. Скорее всего, да? Значит, грязное белье, целая куча. Оп! Я нашел ключ, куда вставить. Дом. Светлый дом, да? Или что-то? Так. А, стой, погоди. Я хотел прочитать, короче, эту записку. А это, оказывается, просто дверь закрыть. Окей. Еще одну записули. Престуе. Короче, ставим на паузу, переводим, читаем. Так, он забрал, короче, записку. Почему он вот эти записки некоторые забирает, а некоторые оставляет, короче. Так, ладно, кошелек.
Кошелек ни хрена нет у него. В кошельке, да? Ни хрена нет. Да, пусто. Окей, пусто. Лука Тучи Цинтхия. Так, ладно. Окей. Кошелек пустой, нам не нужен. Таблетос. Опа, зажигалка, хорошо. Зипо. Зажигалку зипо. Зипо это хорошо. Так, пресс 1. Угу. Пресс 1, это у нас... Да ладно, ты только заметил эту записку, короче. Я ее изначально хотел сразу посмотреть. Так, а почему я не могу журнал открыть? У меня все добавляется в эти в журнал, короче, записи, а я не могу. Так, один, это у нас зажигалка, окей. Зажигалка хорошо. Она по-любому кончается, да? Так, ключ. Угу. Еще один ключ. А что не взять? В смысле? Ты дурак? Почему ключ-то не берешь? А потом будешь ходить, типа, ой, дверь закрыта, нужно найти ключ. Я тебе предлагал взять. Так, таблетос. А таблетос мы взяли. Угу. Нарик, что ли? Нарик, что ли? Так, окей. Еще что-то у нас. Банана. Банановая какая-то штука. Банановая какая-то жидкость. Так, здесь один ботинок всего. Ладно. Этот ящик, походу, давно вообще не открывали. Видишь, порос там уже. Окей. Опа, смотри, полотенца чистенькие. Хорошо, или что-то наволочки просто. Не так, по карманам бы полазить еще можно было. Почему нет-то? Почему нет-то? Опа, здесь темно. Так, шампунь Hender Shoulders. Угу. Мыло мы не нагибаемся. Так, что-то на стенке там что-то было, нет? Как будто, знаешь, когтями, да, или что-то разрезано. Окей. Пока-пока я ничего страшного не вижу в этой игре. Ну, хотя мы сильно далеко и не прошли. Так, опа. Опа, я забыл. Надо, короче, зажечь, да? Шикарно. Хорошо. Зажег свечу. Зажег свечу. У нас свеча, кстати, пошли. Зажгем там еще. Блин, он так медленно бегает. Он так медленно ходит, он так медленно бегает. Он ходит, как я бегаю. Ой, как... Он наоборот. Он бегает, как я хожу. Так, давай здесь еще зажгем. Все хорошо. Здесь зажгли, все хорошо. Идем дальше. Так, куда мы еще не ходили? Давай по этой стороне пойдем. Сюда вот мы не заходили, да? Там закрыто. Везде закрыто. Так, давай вот эти вот. Это получается, что это? Это женский туалет. Блин, ёпта. Снова туалеты. В туалетах всегда какая-то дичь происходит. Так, здесь закрыто. Угу. Все разбито, за все разбито. Кит-аут, типа уходи. Так, здесь закрыто. Окей. В женском туалете пока ничего интересного. Окей, хорошо. Идем в мужской. Идем в мужской, но здесь темно. Что-то темновато как-то, да? Давай-ка пройдем. Посмотрим. Так, пробито. Снова я намочил. Снова. Так. Press to inventory. Окей. И что? Что мне в этом инвентаре дает? Что мне в этом инвентаре дает? А, съел таблетку. Окей, съел таблетку, и у меня... А, это, короче... Понятно, это, короче, у нас типа хилка. Типа хилка, это хорошо. Так. У нас была всего одна таблетка, зря я ее съел, короче, сейчас. У меня вроде как ничего было состояние. Все говном, короче, измазано, просто пипец. Это что за люди-то? Неужели срать нормально не могут просто? Так, ладно, давай сюда. Фонарик можно выключить пока. Заперто. Заперто. Окей. Здесь можно, наверное, включить. Здесь включим. Здесь включим фонарь. Так, антиракс какой-то. Ничего интересного. Ничего интересного, куча, блин, всяких котелков, хиралков, короче. Так, здесь у нас тоже ни черта.
не происходит. Здесь что у нас? Здесь у нас... Его сигареты. Ну да, это подсобка, короче, ты по-любому здесь курил, сидел. Так, здесь что-то написано. Здесь что-то написано. I miss you. Понятно. Мне, короче... Блин, почему я не могу журнал открыть? Мне все туда приходит и приходит. Типа, всякие записи, я не могу открыть журнал. Как так-то? Или, может, на Е нажать? Нет. Ладно, дичь. Так, стремянка, короче. Это что у нас там? О, камера. Ни хрена себе, еще камера здесь есть. Прикольно. Так, ладно. Погоди, отсвечивает. Щитовая. О, так лучше. Щитовая. Так. Да, откройся. Щитовая здесь. А ну здесь пока все работает. Понятно. Если вырубят свет, мы знаем, куда идти. Если выбить пробки, знаем, куда идти. Короче, делать свет. Окей. Идем дальше. Гади, что-то вывалилось. Мания объект. The Game Interactive. Короче, пресс так. Так. Объект. Стой, погоди. Возьми этот объект. Окей, ротати тут можно сделать с ним. Покрутить, повертеть. Отдалить, придалить, короче. Я не знаю, что это такое. Это похоже, короче, на какое-то... На какое-то колесо, но оно, смотри, как будто из какой-то плоти, да, или из каких-то... Позвонков, что ли, или что это... Ну, пока я не знаю, что это с ним делать. Откуда она вывалилась? Может, туда, откуда она вывалилась? Там можно, короче, было что-то написано. А почему ты его не кидаешь? Ладно, пойдешь со мной. Возьмем с собой, короче. Возьмем его с собой. О! Ты дурак, что ли, или что? А куда у меня штука эта улетела? Погоди. Ты кто? Ёпта! Ёпта! А где свет? В смысле? А у меня... У меня зажигалка кончилась, да ладно? Прикольнулись, что ли? Чё, выбило пробки или чё? Ну-ка посмотрим, все работает, все работает. Да, все работает. Ладно, допустим, окей, нормуль. Так, куда эта штука улетела? Ну что, у меня зажигалка не работает, что ли? Пипец просто. Просто пипец. Так, вот, штука. Ладно, возьмем ее с собой. Куда-нибудь прикрутим, пока я, правда, я не... Дверь закрыта. Где ты? Где ты? Я тебя не вижу. Окей. Я не знаю, куда ее, короче, ставить. Двери-то не открылись, нет? Короче, какое-то действие, скрипт произошел, значит, надо проверять все по новой, короче. Должно что-то открыться, что-то заработать, что-то сделаться. И... О, фонарик заработал. Хорошо. Фонарик заработал, это уже... Ёпта, телефон заработал. Так, ладно, пошла нахер. Идем. А, не успел. Мистер Кол. Не успел. Не успел. Так, окей. А, что-то дэм... Он столько всего пишет, короче. Я не понимаю. Что, повторно позвонить? Что, нельзя посмотреть, кто звонил, что ли? Повторно позвонить. Ладно. Окей. Окей, здесь все работает. Так, пока я теперь не знаю, куда идти. Теперь я без понятия, куда идти и что делать. Куда я там бросил эту штуку? Так, вот здесь была течь. Здесь была течь. Можно что-нибудь перекрыть, какую-нибудь воду там, не знаю. Может, это винтель, короче, да? Это больше, ну, похоже на винтель. А это было открывалось? Погоди.
А, ну да, здесь засранный туалет. Здесь засранный туалет, короче, и... А, давай пока поищем. Так, идешь сюда. Я тебя спрячу, короче. Так. Идешь пока туда. А я пока буду по новой ходить. Мне, в принципе, это... Чего, блин? Что там выбросило? Погоди, там кто-то что-то выбросил. За дверь вылетел. Что-то, короче, вылетело из-под двери. Ну-ка, кто там? Кто там? Откройте. Непонятно, короче. Непонятно, что здесь происходит вообще. И, блин, что вообще делать? Что мне... Опа-на! Женский туалет жгет, короче. Так, погоди, стой. Стой на месте. Стой на месте. А что со звуком-то? О-о-о. Уже приоткрыло, хорошо. Открой! Открой! Кто бы там ты ни был. Ладно. Ладно. Можно присесть, там посмотреть, ноги там есть, нет? Ну, может, они, короче, это... Так, а ну-ка, а может, есть что-то теперь произошло? Хрена с два. Хрена с два, здесь что произошло? Так, пока много действий. Пока много действий произошло, короче, здесь, в женском туалете. И все. И все. Это сушилка, что ли? Так, ладно, для рук, наверное, да? Идем дальше. Идем дальше. Здесь что? Здесь у нас закрыто, ничего не работает. В душевой тоже, здесь тоже. Короче, я думаю, суть это ходить, короче, вот так вот туда-сюда, проверять одно и то же. Одни и те же двери, короче. Вот, видал? Дверь открылась. Так, ладно. А, здесь, наверное, лежат трупы, да? Так, свет включил. Свет включил, хорошо. Здесь лежат, наверное, это, да, вот трупы в этих штуках. Тут что-то закрыто, тут что-то... Он заговорил двумя голосами, короче. Так, закрыто, сломано, закрыто. Какая-то из них должна по-любому быть открыта, короче. Почти. О, открылось. Так, что там у нас? Что там у нас? Блин, так темно, ни хрена не видно. Так, еще одна открылась. Ни одного трупа. Ни одна. А я могу. О, я еще и могу и прыгать, прикинь. Так, ладно. Здесь тоже ни черта. Здесь что у нас? Опа! Нашли трупишник. Да блин. Вот. Открылось, короче, и теперь мне сюда не войти нормально. Так, трупишник. Но я с ним ничего не могу сделать. Ладно. Пусто. Здесь пусто. И здесь пусто. Кругом пусто. Блин, так все медленно это делается. Можно было бы как-то ускорить, не знаю. Разрабы, ускорьте, пожалуйста, эти действия. Чуть-чуть побыстрее, а то, блин, как-то вот это все медленно, как-то нудно. Понятно, так. Тут все за... в трупах ничего нет. Короче, ну, блин, это как-то, не знаю.
What? Fucking hell. Body is missing from the freezer. Fuck. Чего? Better use the office phone to report this immediately. В офис телефон, он сказал что-то про телефон. Закройся. Что-то про телефон в офисе. Так, ладно. Ну давай, да, открываем, короче, это все. Дичь. Может, где-то лежит что-то, я не знаю. Какой-то этой. Да блин, я, короче, позастревал в этих дверях, в этих. Открывал тут себе. Тут пусто. Так, ты закройся. Да закройся. Окей. А, ну-ка, здесь. Ну-ка, здесь. Пусто. Ой. Да ладно, я могу эти тележки еще возить, передвигать. Отцепись-то от нее. Окей. А погоди, вот эти вот. Те я не мог открыть. Погоди, теперь эти откроются? Да ладно, хорошо. Открывал тут что-то. Короче, понятно, ладно. Он что-то сказал про телефон. Идем. Наверное, позвонить кому-то надо. Да, смотри, действие появилось. Окей, сейчас позвоним. Алло. Алло, ёпта. Ты знаешь, язык такой из этой, из трубки, как. Как походу жара начинается, ну-ка. Все хорошо. Хорош завывать-то. Камера? Какая нахер камера еще? Какая нахрен еще камера? Нет у меня никакой камеры. Нет у меня никакой камеры. Какая нахрен еще камера? Так, ладно. Давай искать камеру. Окей. А где мы еще не были? Так. Здесь. Закрыто. Окей. Здесь у нас понятно. Да блин, а что за звуки? Слышишь-то? Где? Где-то здесь. Опа. Вот где-то, да? Слышишь, где-то недалеко? Смотри, закрыто. Где-то камера, короче, щелкает. Знаешь, как будто, да, это фоткает кто-то чего-то, кого-то. Ух, слышали? Hey, who's there? Ага, а вот и камера. What in the world? This body shouldn't be here. This is messed up. Так, где тут свет? Свет включили, хорошо. Угу. Это комната, наверное, что-то с анатомией, с расчлененкой, короче, да? То есть, здесь трупы это разрезают, скрывают. Комната скрытия.
Вот и камера. Вот и камера. Так, забрал. Окей, два. Камера. Сфоткать на левую кнопку мыши. Окей. Оп. Сделал. Надо держать. Уже что-то интересно, погоди-ка. Ножи всякие. Опа. Прицы. Скальпели, херальпели всякие. Так, закрыто. Угу. Это что за штуки? Да. Угу. Кстати, ее можно использовать как. Как фонарик тоже, да? Если у меня закончится зажигалка, то как бы я могу и фонариком, ой, этим камерой посветить. Долго, правда, но тоже как вариант. Да ё-моё, только звуками, знаешь, пугает и как бы... Ну, даже не пугает как-то. Мне в принципе... Здесь явно проблемы. Пробки выбило. Да, блин, я когда сказал об этом? Ёпта, фонарь, спичка, это зажигалка не работает. Она показана у меня вроде есть. О, хорошо, зажглась. Так, где у меня пробки? Где выбило пробки? А, вот здесь. Плюс один. По-любому сзади, по-любому, вот сзади, смотри. Опа! Короче. What the fuck? Where the hell am I? What the fuck? А там чё? Руки. Что за психоделика началась? Так, к рукам лучше не подходить, я так предполагаю, да? А то ударит. Наверное, схватит. Окей, так, так. Ну-ка, на память по фотку. Опа. На память пофоткаю руки. Знаешь, это типа... Типа Silent Hill. О! Что это? Кто кинул меня говном? Ага. Так. Где я очутился? Где я нахожусь? Ага. Так. Пробки. Пробки, пробки, пробки. Окей. Погоди, все работает, что ли? Или я сейчас все включил, все заработало, что ли? Сейчас должно все заработать. Ну, пока здесь больше действий никаких нет, погоди. Ну, по-моему, вот это может сфоткать. Ладно, допустим. Все красное стало. Типа запасной свет. Аварийное освещение.
Да, чувак, ехал бы ты домой. Ехал бы ты, мать его, домой. Так, здесь мы были. Где? Опа. Куда мне? Мне надо. Да хорош. Хорош тут беспорядки наводить, а? Ну все херовее и херовее получается. Ну, блин. Что это здесь? Может уехать нахер отсюда вообще? Или мне... Так, здесь перегородили путь. Либо выйти, либо в свой офис идти. Ну-ка, я в своем офисе, ладно. Не настолько херово. Так, может мне баночку принять? Холдинг и ТМ какой-то. А, типа, не хватало рук. Так, окей, тап, медикаменты. Медикаменты, тап. Ну-ка. А, все, мне, смотри, мне лучше стало, да? Хорошо. Хорошо. Окей, я подлечился. Да. А что происходит? Выбираться отсюда. Выбираться отсюда. Ухожу. Ухожу. Вот эта дверь должна быть открыта теперь. Ладно. Выбираться. А куда? Так, а погоди, где не был-то еще? Тут у нас зафигачено. Тут у нас тоже зафигачено. Мне не отодвинуть, да, ее? Понятно. На лифте мы никуда не едем. Угу. Этот лифт тоже не работает. Окей. Куда выбираться? Так, здесь закрыто. Здесь перекрыт путь. Здесь перекрыт путь. Так, это что? Ага. Так, и музыка пропала. Хорошо. Допустим. Где еще мы не были? Он говорит выбираться. Отсюда. Опять сюда идти? Закрыто. Закрыто. Ой, ничего не понятно, ничего не понятно. Ничего не понятно. Окей. Ладно, друзья. Вот, у меня видос уже подошел к концу, короче, подходит по времени. Так что... Я не знаю, короче, что сделать. Надо, короче, ждать русскую, типа, озвучку и ждать релиза, вот. Когда будет релиз, короче, мы еще раз с нее попробуем сыграть. Потому что, ну, пока не... О, блин.
закрыл нахер дверь? Кто закрыл нахрен дверь? Вот. Как будет релиз, короче, мы попробуем. Попробуем в нее сыграть. Вот, я надеюсь, русскую озвучку хотя бы субтитров подвезут. Вот. Ну а пока на этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.